Ничего, я такой же дебил, сижу, играю, вот. В компьютерную игру. Плюсуем. Плюсуем. Плохо слышно, Лёха, ну. Так, плохо слышно, да? Ну, давайте на... Погромче. Да кричать не хочу. Не, тебе там просто чувствительность микрофона надо, да, это. Да, я вот пытаюсь. Кто знает, где это в десятке искать? А это в самом скайпе искать? Да, это в самом скайпе, в инструменты, настройки. Настройки звука. И сразу микрофон у тебя сверху будет. Выбираешь свой микрофон, через который ты разговариваешь. Но он у тебя автоматом. Я один. Ну вот и... Так. Ой, боже, какой ты... И вот этот... Микшер на максимум попробуй. Да, да, так и стоит. А, ну все, значит. Это надо, значит, везде добавить. Там есть такая галочка, когда микрофон плохо работает, разрешают добавить 30-40 дБ. Но это я знаю, где находится в этой... Или там... Семерки, а где в десятке это, блин, искать? Ладно, поищем по стандартам. Что, и все, больше ни у кого ничего не поменялось? Да, хорошо, сам поменялось. Не, все так же круто. Слушайте, а мы с вами когда до 14 года или после 14? До 14, да, общались? А я не помню. Слушай, ну ты такое спросил, не помню точно, не помню. По-моему, даже дальше. Какой 2014? Даже, наверное, 2012. 14, наверное, 14. Вот, я в 13 и 14 году по месяцу в Питере был. Вот, и думаю, странно, что если бы мы в тот момент общались, наверное, бы мы с кем-то там сконнектились бы. Да, Лёх, а ты-то чего, как? Как у тебя это вообще? Ну, как, что поменялось или чего там? Да, по стране туда-сюда езжу. Я вот уже и не помню, какого города я был тогда, когда мы с вами познакомились. Ну это не главное. Главное, чтобы у тебя, ну, более-менее все хорошо было, и все, Лёк. Пойдет. Отлично. Ну, вот. Только что из командировки приехал. Отлично. Самое время для доты после командировки. Не говори. Я открыл и самое то. Да где этот долбанный звук-то, елки-палки? Лёха, ты если что, по фоллоу залетай за нами. Настройки звука, вот настройки да, звука, да. И вот галочка микрофона, там вот это вот. Пошел, это а там же раньше можно было покупать аккаунт. Я уже купил, я, Саш, я все купил. Угу. Я дебил, я все уже купил. Ты реально покупал что-то в ICCAP? Да, ну да. Про аккаунт, чтобы можно было бандой поиграть. Угу. О, про аккаунт. Профессиональный, если что. Саня, ты зря с нами сейчас не идешь на улицу. Не, ICCAP D1 для меня слишком. А вот да. Там кто-то из одного города, да? Ну да. Все из Тагила практически. Из Тагила. Стоп. Зашутите про Тагил или нет? Нет, это Роман из Тагила. Он, да, вот. Саня. С вами тогда пересекались, я, наверное, еще в ЕКБ жил. А, нет, это Юнус из... Не, или нет? Кто из ЕКБ? Нет, в данный момент это я. Закон это я, приятно. Спасибо. Да. И ужин на протяжении Саша. Господа, ладно, это, блин, я вас слышу, как-нибудь подстроить. Это... Резко, одну минуту в этом моде сейчас надо что-то сделать. Забанить героя, давайте забаним минера. Пожалуйста. Забаним минера? Что такое Excel? Я не знаю вообще, как в это играть и что сейчас будет. Поэтому... Ты и в D1 забыл, как играть? Так, ну, нет, я просто этого мод. Ужать. 15, я предлагаю Тетчеса, предлагайте в таверне Тетчеса забанить. 15 секунд у нас есть. А нельзя. А, ну значит.
очередь запрещен. С почему снайпер-то, уроды? А вот теперь пикать надо. Ну, Рома, Рома пикнул ушастого. Это кого? Ну вон котел у тебя. Где? У меня даже нету ику. Да ладно, это я банить его. Я банил. Да, да, я в прошлый раз тоже. Ладно, пацаны, решите в D2, звоните. Хорошо, Саш. Ну ты если что, заходи сюда. Не, это слишком сильно. Не, ну в, конфер... а в конференцию это, просто пообщаться сами. Просто в конференцию. Твич есть у тебя? Твич? Это же... Да, да, ты же это стримишь. Стримлю. Да. А, скинь мне, пожалуйста, ссылку на Твич, я, может скину быть, гляну. Вот сюда, вот здесь. Спасибо. Все, давай. У тебя та же самая ава, жирный мальчик. Да все то же самое, чё, ничего не поменялось. Ой, какой же ты это любишь ностальгию, Жень. Давай. Ну, что мне нравится? Так, чего играем? Какой? Я профессиональный и непрофессиональный игрок. Короче, кокверк я. Как недостаточно золота? А, тут еще это самое, по очереди пикают все. Блин, у них-то серьезный пик. А у нас? Тоже почти серьезный. Ну, кстати, да. Котел сейчас вообще просто... Недостаточно золота. Только это он в Dota 2 сейчас, а тут он как был, так и остался. Недостаточно золота. Моя герой где? Какой где? Эрдшейкер. Че? Блин, на этом ноутбуке такой широкий экран. Недостаточно золота. Сколько Дима? Недостаточно золота. Герой где? Сейчас будет. Не знаю. Я сейчас с маской сижу, у меня глаза еле-еле обхватывают весь экран. Не, он здесь не квадратный, а прямоугольный, он получается широкий. А на втором квадратный. Курицу взял, курицу купил. Так, хорош. Так, а мне чем надо купить? Я вот так купил, все. Все, Ромах, ты, короче, очень жесткого кэрри должен идти. Подожди. Руну идем отжимать, короче, надо вот становиться куда-нибудь сюда и отжимать руну. Погнали. Но руна будет, естественно, через 40 секунд. Но там будет заруба, махач. Очень жесткая, очень жесткая. Очень жесткая. Жёстенькая. Соль, нормальная тема. Ты меня пугаешь? Ладно, пипеси. Так. Так. Пока ничего не качаю. Пока не шугайте, я если что забейчу. Ой-ой-ой. Типа развернулся, убегаю. Развернулся, убегаю. Ну сейчас не надо выходить. Не надо, полиция. Ты. Или кто? Так, люди, вы мне сначала объясните, сколько нас. Нас три. Я, Клокверк, Рома, котел ушастый и ты. Так. Ты иди так, в легкую, ты можешь в легкую покачаться. Здесь Трорецк у нас ушел, что ли? А? Трорецк ушел, что ли? Нет, сестрорец здесь. Ушел в Питер. Сестрорец, я вот здесь. Там легкая линия есть, свободная. О, Рикимару, здорово. Тут ТП-шечка сотку стоит, да? Да, или 75, точно не помню. На город наших союзников напали враги. Ох, Рики. Он бьет из невидимости. А, он уже не виден с набирал, я не забыл, это же и кап. Как тут жестко, блядь. Экран еще такой. Экран клевый. Не, вот здесь на этом ноуте не привык. Я уже к тому привык. Ну я понял. Там он больше этот плоский какой-то. Ничего страшного, если они там тебе что-то говорят, ругаются, все нормально. Все, да, Ромах, ты не обращай внимания. Да, Ромах, сзади гуля, гасим его. Понял, гасим. Блин, он мансует. Да, очень сильно мансует. Оп, Ромах. Я смотри, что сейчас сделаю. Что вообще? И такой тебе еще... Ох, как сейчас было.
же, блядь, сейчас было клёво. Сейчас я досты принес, если что, мы его сейчас сделаем здесь. Да, я тебе еще там манки подзалил. Да у меня... Че, он здесь, да? Ага, прыгает. Да, вон он, вон он. Я пока не буду показываться с достами. Если он на тебя вылезет, ты стой, короче, мы его загасим. Правда, на X может подойти. Мне кажется, он после такого не придет сюда. Думаешь? Ну, возможно, да. Более чем уверен в этом. Слушай, нет, смотри-ка, идет. Нас. О, как я его подрезал. Шикнул. О, смотри, идет, идет, идет. Готов? Смотри, давай, подъезжай. Давай, давай, давай. Блин, деревья мешают. Ну ладно, все тут. В этой компании надолго решили собраться, господа? Да мы и так, может, по выходным, я не знаю, как там будет. Ну да, да, да. Опа, смотри, и вот сейчас, Рома. И вот сейчас, да, давай. Давай, закрывай. Давай, 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 давай. Рики-то вообще тут зло. Жёстенькая, жёстенькая. Оп. Сбил ему, сбил, гуля отхиливался, сбил ему все. Все нормально. Нормально, нормально. Маск. Че, бля? Кого позвать? Маск. Хотел кэри. Ой-ой-ой. Ну ладно, ничего страшного. На город наших союзников напали враги. Они так. С сапогами, блин, надо сапог брать, я хотел аркану. Ну ладно, сапог возьму, да. Так. Они сейчас начнут офигевать. Наска. Все лицо ему. Так, 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 так. Ну да. Когда долго в ней не играешь, это. Смотри, поначалу... смотри, смотри, смотри. Я, короче, ныряю. Давай. Ой. Вот сейчас нужно. Ох. Как было больно. Ну, как типа мог, там чуть-чуть немножко не совсем хорошо вышло. Нормально. А чё ночь? Вспомнил ник. Турбобетон. Турбобетон. А, было дело, да. Женя, я нам взял это. Попить? Да, отлично. Тут это, они бегают, вон СС2. Ну они могут тут бегать, скорее всего. Так давай, слушай, вардюшоны купим. Где тут на магазинчик? Пока вардюшоны-то забей, пока не покупаю. В кэрри иди, короче. Да ладно, чё-то. Ну давай. О, на X прилетел, смотри. О. И точку. Ой, какой. Ой. Бедный Рики Тики. Ай. Слышь, ну-ка. Блин, у тебя вышка, вышка. Ну нормально, размен, размен. Да. Бегу. От преследования. Собака преследует, смотри. Смотри, какой меня. Забейтил, забейтил. Люто причем. Криков не дал зафармить. Я ничего не боюсь. Так. Мы сейчас вот сделаем вот так. Мне кажется, Рики уйдет, нет? О, смотри, он идет. Я лечу на топ. Можешь это питбайт. Но я лечу. Да. Я уже на месте. Идет. Да-да-да, питбайчу. А я не туда кусочки пошел, я дебил. Кусочки отрывает. Как он тебя? Сейчас я его смотрю. И Рики, Рики. О! Ты видишь, да? Рики-то не знает, что мы его увидим. Да. Ну, там собака за тобой, блядь. На, ой, ой, замедляет собачка. А там курочка к ней, блядь, смотри, курочку, да, видишь, да? Да. Да. Нормально. О, Рики, 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 смотри, Рики, вот. Ага. Рики сзади, он смотри за мной, за конем. Да-да-да-да-да, где-то здесь. Стою на варде. На
Вон, 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 вон он. Смотри, смотри, смотри. Толкнул. Да. Хорош. Хорошо. А еще вот так. Хорошо. А у него этот еще регенерация. Отлично, отлично. Так, и чё, переезжать так, будем? Надо Сефчику помочь, чтобы его тут не отпиздили. То сейчас, я думаю, чувствую Рики, там Рики Тикитави, жопи, нога, рука. Изи. Сейчас проводим. Опа. Вот он тут фармить собрался, петух. Ладно, мид идем. Или не идем? Ок. Ой, как ему больно. Все-таки преследуете его, да? Ну, пытаемся. Смотри, идем вот сюда. Оп. Оп. Вот это ничего себе. Ну да. Че, остаемся здесь? Смотри. Да, остаемся, еще вот так вот сейчас сделаем. Смотри. Ага, кого сосешь? О, а как он отменил? А у него убить начали. А, и все понял. Его убили. О, отлично, я тут задержался чуть-чуть. На город наших союзников. Там шмыга. Наска. Бегу от шмыги. Давай, давай, у меня счет 2-2-3. Вот этот дефолт любит. Слушай, он прямо этот, как берет цель, он, знаешь, он вот просто бежит за тобой до талого. Молодец, парень. Просто 100% агро. 100% агро, да. Союзников напали враги. Чего-чего-чего? Так. Так, я вниз чуть-чуть пофермить. Можно и тирадина пропушить. Угу. А мы уже к тебе бежим. Угу, да, я уже. Отлично. Даю визион в лес. Такой гризли. Ок. Там это что за зомби? Гасят, гасят СФ. Ну чего, он мимо, он то, короче, не туда свернул, все. Не той дорогой пошел, да, все. Все, ошибается. Ошибается. Мы фермим. Так, там вон на руне кто-то стоит розовый. О, как же шейкер там показывает. Как надо? Ну так себе. Хорошо. Так, привез пацана к нам. Так, 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 там что-то какое-то. Я, если что, вот, готов вот, очень треков. Жестко ворваться. Ой. А ты так, будешь? Так, 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 да, да, мне не давай, 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 отошел, отошел. Оп! Хорош. Хакнул. Хакнул. Хорош. Я тебе немножко мешал, но я отошел. Да, 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 все, я вешу там и до этого, да, мы такой же. Так, что здесь может купить жесткий кири на 2500? Дезолятор. Вы, кстати, вот, да. Это, наверное, Рики прилетел. А, я не знаю. Сразу в инвизи. Серенький, да. Возможно так. Но он, по-моему, отменил. Ты меня пугаешь?
О, вот он. Это кто это? Полный вперед! Так, он значит, вот это то слишком грубо. Ой-ой-ой. Ой, что творят? Да. Ребята, о! Наска, ОСФ там что-то, все кидает, все, что можно. Блин, тебя тракса бьет. Наска. На характере. Ой, хорошо. Домой нахуй. Сам домой. Да-да. Так. Это что у тебя, кстати, за... Это типа так вилла так, такая? Ну, такая типа, новая модель? Это... Да, когда типа... Угу. Знаменитая оранжевая тычка. Понял. Ну типа когда отключены транквилы. Так, изолятор. Ну в принципе я готов к дальнейшему пушу. Я обзываю. По миду. Я ничего не боюсь. Рады видеть тебя. Че, мы же пойдем сейчас по миду, да? Ну да. Мне кажется, нужно их так, так, так и нужно. Рисовать, да? Да. Тут главное прессовать. Чего-чего-чего? Да, это точно. Вон, розовый. Смотри. Видите, видите? Видишь, обходит меня. Женек, давай, нужно ей. Надо рассказать. Нет, у меня короткий. Понял. Ты так не пались. Да ничего страшного. Все на призы, да? Все в курсе. Смотри. О. О. Ой. Ошибается Траксуля. Наска. Опа, вообще. О, как же ты хорош, даблкил просто. Сейчас и дальше, и дальше. Дальше, давай. Дальше двоих зажал. Гаситесь. Выбрасываю их от тебя. Что происходит, блядь? Не давайте сгрызть черного. Хорошо, тысячку ему. Тычка, ну. На город наших союзников напали враги. А здесь я не мелкий по-любому. А он умер. Поставил. Он умер. Гуфнулся, что ли? Гуфнулся. Да мы ему ремня дали. Чем мог? На, маны ему надо. КД, сорян, братан. Вот, там кто-то пишет в стиме. Оп, рикки-тики. Отъезжали и делает. Чего? О-о-о. Что-то больно. За мной бегут. Держусь. Как ты думаешь, они обидятся, если я вот здесь выбегу? Они побежали. Нормальная тема. Оп, кто-то бежит. Баланар за мной бежит. Да, Женя, мне надо срочно. Я вот сюда бегу. Встречаю. Давай. Смотри, смотри, видишь? Да. Опа, чего, кого, блядь? Давай сюда, нахуй. Вот так. Ну-ка. Давай-ка. Задуй-ка, ну запускай. Т. Хорошо. Вот. Хорошо. Долго терпел, я уже заволновался. А он же в ульте там сам. Это ж, вот этих винтов поменяли, зачем, дебилы, блядь? Чё там по дизолю? Да, в процессе осталось совсем чуть-чуть. Так, что там этому пиздюку маны дал? Так, сейчас буду впитывать. Давай. Питалики. Промазал. Пойдет. О, летит, смотри, летит. Оп! Поймал.
Хорошо. Надо манки чуть-чуть, у маны закончилось. О, отлично. Так, у меня, видимо, хватает уже на дезолятор, как бы сказал Саша, но... Какие-то злые стали. Кто? Ой, какой у нее дол... Блочу. Да, с собой. Да, нормально. Там в Викицикитаве. Есть там по визиону? А тут вон ват. Все, все стреляют. Еще раз ват. Еще раз. Еще вот там. Но... Надо... Смотри, вот, блин, не дает, зараза. Ой-ой-ой. Оп, хакаю. Ой-ой-ой. Хакнул. Ой, а, Женя. И вот такой ТП на характере. ТП. А, почти. Ну это было бы очень жестко на самом деле. Мигает. А что туда мигает? Рошана, наверное, хотят убить. Ну-ка, да. Давай вот его. Ой, Рома, ай. Тут будет... Ай. А, корни сработали, нормально. Хорошо. Трак секс. Медведя. На вас. Ой, туда шипают, шпарят. На нее все сделал. На, мясы накинул. Хорош. Понял. Туби пизда. Ребят, мансую, бегу. Ну как, ну где, откуда вижу? Добро пожаловать. Кто сдал? Ребят, биджу. Биджу. Так не ожидали, да? Ну, смотри, мансую, как вы. Бежишь? Я живу. Конечно. Жесткий. Они меня найти не могут. Нулевые. Вообще нулевые. Чуть 10 лет, ёптай, в теме. Я тут все тропинки знаю. Один вон отъехал по кабине. Так-то домой надо. Бегу, там этого шпарят. Сраку. Побегу, пожалуй, домой. О, на хосте. Слушай, хорошо, с мигалками бегу. Так, где там? Телефон, кто мне там писал? Стим. Шакибон. Баланар с Владимиром, блять. Ты меня пугаешь. Так, где? Дезолятор. Так. Отлично. По кайфу. Я все. Конечно. Так. Ну что, мы мид все еще не проломали, да? Да, слушай, я думаю, они не пошли ли они на Рошана? Сейчас проверим. Мне кажется, ты слишком хорошо про них думаешь. Ну они просто сюда сворачивали куда-то. Вон они, вон тут их трое. Все, так, вижу. Так. Вон, видишь, да? А, они оттуда выскочили, да? Да. Это ты с этим? Я здесь. Я. Я готов с дезолятора убивать всех. Давай.
Подождите, я тоже хочу под фонтан. Женя. А. Ты не оставляешь вообще им шансов, не даешь. Они сами такие прилетают. Смотри, смотри, идет. Вытолкну сейчас. Вытолкнул. Красиво. Видал? Красиво. Красиво. Застилил. Нормально. Здравствуй. Ой, да как ты стреляешь, ты достаешь, алло. О, мы так здание пробиваем дико. Это нормально? Изолятор на куш, нормально. Он ошибается по ходу дела. Еще один ошибается. Ясно. Тумани постоим. Жека, Жека, давай это самое, иди сюда, смотри, подсекину тебя. Куда ты меня закинул? Чёс. Не-не-не. Имеется в виду по хилю. У меня давно банка была. О, не по хилю. А чё так вот? Тут надо совсем плотную. Оп. О, тут можно ФФ писать, проголосовал, чтобы сдаться. Слышь? Прикинь. Медведа! Ну нет, ну пожалуйста, ну не бейте его. На, медвед. Бедный. На тебе, давай, 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 давай. О, как больно? А, Рики же, точно. Я понял. Ну, пожалуйста. Надо было драться до конца. Надо вот так. Да, конечно. Надо было вообще до талого. Блять, как же непривычно. Да нормально, уже привык, по-моему. Ну да. Дизоль собрал, Диз... по-моему, при все же. Дизоль собрал. Пойдет. Так. Вот эта реакция просто мертвого мангуса от Шейкера. Так, а что еще тут можно собрать? Сашу и Яшу. Да, сэр. Ну, что-нибудь такое, не знаю, конечно, что можно, короче, на жирок, что ли. Ну, типа, не знаю. Можно было бы, знаешь, Сашу... собрать. Хоть Майлшторм. Сашу и Яшу. Майлшторм не на жирок. Ну я понимаю, но как бы он, по-моему, такой приятный. Ну у них кэрики могут начать нас гасить. Но у нас тоже вроде есть. У нас вообще-то есть я. Понял, да, кстати, забылся все. Я даже про тебя молчать тут буду. Не, ну Лёх, ты молодец. Нафермил тут предметов, все нормально. Пока там все занимались нужными делами, да? Да. Опа, опа. А типа они в нападение, что ли, пошли? Да. Так, я хакнул не туда, похоже. Блин, да как собака сутула. Рома там, блядь, смс-ки пишет, ёпта. А мы тут бабахаемся. Да. Да, 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 да. Полный вперед. Чего, чего, чего? Понял. Так я что тут типа топ пушу? А, ну да ясно, ясно. Ну,
Мы к тебе идем. Мом пуша. Да. Мом, мим, мом, мом, мим, мом, мом, мом. Да, с котла-то, конечно, я что-то очень сильно начал. Ну нормально, шарик крутится вокруг палки, он гасит все. Там будет время, залей кипяточку. Ты меня пугаешь? Да, 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 сейчас где-то. Где-то. Залил, я квартишоны просто хочу. О! Вот так. Один сбил. Гвардик противника. Да японский магнитофон. Оп. Тут резадри бежит, бежит. Оп. А вот так не хотите ли? Видал. Ну как скоро там пройдет-то это все? О, покинули игру. А, Айсеф не выжил? Блин, Айсеф не выжил. Ошибается. Да он смотри, что-то смотри, тебя хейтит, по-моему. О, Тракса, в инви. Что? Что? Как она прошла? Тут же вар. А, она. Под такими большими мишками не видно, да? Я что-то я вообще потерялся там. Ну ясно, кто тут на скеле играет, кто на первом. На скеле на котле, блять, вообще наворачивается. Че, играем Excel опять? Без меню или АПшку? Да, вообще пофиг. Так, ладно, тут путаются, надо их сыграть, короче, нам. РД. А, просто название игры оставили такое же. Создал, можете заходить. Так. Приватную игру. Я лечу. Follow friend. Решает всех. Black Слышь, Star. Против. Flex. Пророк 77777. Что-то против нас серьезные пацаны. Блять, ну такие, знаешь, такие. Ну Black Star-то. Ты вообще. А помнишь, какой там ник был, блять, забыл, это Skill with me. Да, 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 он нас выигрывал еще причем. Да, блять, там еще какой-то был. Помнишь, какой-то, блять, как-то у него таджик или чурек, и типа. Он на спектре играл и два раза жестко нас вынес просто. Он нас видел, да. Помнишь его? Бля, я забыл, какой да. Он никнейм. Но он очень как жесткий. Black Star да. Он гиганта взял. Вот это заявка. Слушай, как же этого, блин, узбек-то как-то там. Что за ник у него? У него ник причем такой очень лютый был. А, он Азер? Очень. Азер, не? А, точно, да. Да, да, да. Ну что-то типа того, да надо стрим посмотреть будет потом. Айдер, ну он жестко выносил просто нас. Ну и причем не, не грубиян, кстати, он. Да. Азербой! Азербой, лол! Точно! Азербой, точно. Жесткий парень. Так, вот он. Крепкий товарищ, я его видел. Так. Это я сказал, вы сразу замолчали. Мы просто испугались. Я еще не знаю, какого героя выбрать. Мы просто сразу оба испугались. Азербой крепкий, это как бы... Отличный план. Это как, не знаю, банка-девятка, наверное. Азербой крепкий. Да. А кура есть? Я возьму, беру, короче, куру, да? Свет дает мне силу. Разумеется. Так. Где бы вот на них податься? Цирку. Доигрывай. Не хватает золота. Ну, бери, как Максим, что ли. А чё, гаситься идём?
А где, где? Да, 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 идем. Так. Че тут? Я гоу на руну гаситься. Во имя правды. Я даже ауру себе не могу прокачать. Это чисто такой, знаешь. Отличный план. Ага, ага. Конечно. Во имя правосудия. Поставить, ну ладно. Отличный план. Конечно. Разумеется. Вот это... А он замедление вкачал. Это наш день. Это наш день, гаджет. Это наш день. Он руну-то забрал. Ну все, забрал, хорошо. Блядь. Ошибся, нахуй. Конечно. Отлично. Хорошо. Конечно. А мы чё, мы идем? О, кто-то, кто там по ратрум решать бежит огра. Служу свету. Да. Конечно. Только я не успею, ну, к сожалению. Ну, страшно. Конечно. Я служу свету. Слушай, тут же Баратрум есть. Да. За честь и отвагу. Отличный план. Омник с аурой на первом уровне. Золардерон. Золардерон. На меде. Такой хуй. Смотри, смотри. На, ой, промазал. Он, кстати, мансует, типа, смотри, он мансует. Он просто берет и мансует. Ну, красиво. Отличный план. Он побежит, он побеждают они нас. Ну вот это, конечно, плохо. Ну да, тут я немножечко нафейлил. Сука, вы чё тупите? Отличный план. Разумеется. За честь и отвагу. Отличный план. Конечно. Отличный план. Ты пидор, а? А чё такое, чё произошло? Да, это я просто плохо сыграл. Понял. Плохо сыграл. Во имя правосудия. Всё, я бегу. Разумеется. А куда я бегу, блядь? Ну ладно. Не нужно. А ты кто? Ты кто? Конечно. Я Омник Найт. Разумеется. За моего отца. А, отличный, понял. План. Так, сейчас разумеется. Я уже на месте. Конечно. Подождешь меня, можем в тузайм. Хотя так опасно, опасно, но можно. Ну, там просто вот крипун. Тот, который пузо чешет, он толстый. Да. Только надо алхимика гасить. Алхимик, конечно, не знает, что я здесь. Предлагаю проесть путь в себе. Ох, давай, слушай, да, мой, да, мой. Да, да, да. Вот тут. Блин, я хотел проедать путь. Отличный, о, Баратрум едет. Конечно. И... о. Конечно. Все, хорошо. Какие вопросы? Нас. Не нужно кланяться. Отличный. Ты там подъел путь тоже, да? Да, нет, ничего еще не ел. Отличный план. За честь и отвагу. Разумеется. На город наш. Я побежал, короче. Слышно, но мне приходится терпеть. Плохо слышно, Лёх. Я служу свету. Ему... не нужно кланяться. Отлично. У него нету вижен. Ему приходится терпеть. Разумеется. Короче, он не может терпеть больше нас с тобой. Разумеется. Понял тебя. Конечно. Разумеется. Ну-ка, крипат, задинаю. Разумеется. Изи. Отличный план. Задинаю. Конечно. Разумеется. Понял, окей. За честь и отвагу. Конечно. Ну, тени, конечно, подфигонили, это немножечко будет грустновато, но ничего страшного. Ничего страшного, конечно. Правильно? Разумеется. Ага. Конечно. Разумеется. Самую капельку фиданули, но это капелька. Разумеется. Интереснее играть будет. За честь и отвагу. Отличный план. Конечно. Разумеется. Отличный план. Ой, он тебя застанет. Ой, как хорошо. Отличный план. Эти 17%. За моего отца. Конечно. Отличный план. За честь и отвагу. Не нужно кланяться. Возможно, это будет одна из тех игр, когда отлично. Лучше всех отыгрывают эти 17%. На город наших союзников напали. Там он, видите? Самые скиллы. Ага. Да-да-да. Баратрум побежал. Конечно. Разумеется. Конечно. Тут же, кстати, на натуре можно алхимиком набалтывать. Разумеется. Ну, не съебался. Что ты хочешь? Что ты хочешь, Масса? Отличный план. Там аккуратно, Рома, тинь в инвизик тебе идет. Тинь в инвизик. Серьезно? Да, сейчас в жопу уже жарить будет. Разумеется. О, все. Ужалил. Это Black Star. Да, да, это он.
Разумеется. За моего отца! Жалкий глупец. Поздно просить пощады. Конечно. За честь и отвагу! Конечно. Отличный план. Разумеется. За честь и отвагу! Конечно. Разумеется. Не нужно кланяться. За честь и отвагу! Тини ТП делает вниз походу. А, да, да. Макс Цатов АК, это Максатов. Это наш. Так. ТПшечку. И вордосики. Пошли инженеру взять брать. Взять брать, взять брать. Два. Этот самый Тини, не я. Нужно кланяться. Я куру себе поймал. Я служу свету. Конечно. Отличный план. Конечно. Я на ТП-шусь на... Базу. Понял. Да. Я служу свету. Стука. Нужно кланяться. Разумеется. С базы на базу. Я служу свету. Хочу шестой. Отличный план. Конечно. Хорошо. Свет дает мне силу. Отличный план. Пульч написал Тини, раскачался на заметку. Понял. Разумеется. Понял, как слышно, как слышно. А, я ничего не сделал. А, нет, могу, смотри. Отличный план. О, у них снайпер есть. Блин, ну козел. Сейчас даггер возьмет, будет штрекать вас только так, только в путь. Еще и руну взял. Вот прюпрушник, прушник. На месте. Наши пиздики. Не нужно кланяться. Разумеется. Ну так-то да, он, наверное, будет что-то там. Приколы. Так понимаю, он вниз идет. И коврюшечки. На город наш. Не нужно кланяться. И коврюшки. От тенюшки. Конечно. Разумеется. Отличный план. Чё ты, чё ты, чё ты, ты бежишь на нее или чё? Бежи, бежи. Разумеется. Давай. Я служу свету. За честь и отвагу. Разумеется. Конечно. Отличный план. Разумеется. О, Тини выходит. На кого? О-о-о, где? Конечно. Я уже просто боюсь. Чё ты, ну чё ты мигаешь? Я, блядь, второй танку раз дал, играл. Тангу дал, хила нет. Хил... Маны не хватает. Да, 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 всё, 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 я это, я вот так. Отличный это план. Полезно. Конечно. За честь и отвагу. Конечно. Разумеется. Где враг? Не нужно кланяться. Там на снайпера бегут наверх. По имя правосудия. Круто, чё. Не, ну это так, если чё, там по ситуации как сможете, не сможете. Тини нету, Тини бегает сейчас. Ну он бегает, он сейчас до базы побежал, но делает ТП. Наверх, скорее всего. Крипа нажал. Наска. О! О, всё, я поехал. Тут Огар. Огар, да. Вышел. И Тини. Наска. На, и этого туда же. Ой, ой, Тини. Ой, Тини. Тини опять из инвиза. Господи, он... Откуда этот инвиз берет? Black Star. Он за... Он что, проплатил? Да. На инвиз. За честь и отвагу. Отличный план. Конечно. Серьезно. За честь и отвагу. Сколько можно? Прекрати. Разумеется. Отличный план. Конечно. Я даже сентри уже против него покупаю. За честь и отвагу. Конечно. За честь и отвагу. Отличный план. Место Блэкстар. За честь и отвагу. Чё, ёпты, давай на него, давай. За честь и отвагу. Ну разбегись. Отличный план. Ну разбегись, брату. Он отказался на него разбегаться. Лол. Конечно. Могли убить. Отличный план. Не хочет. За честь и отвагу. Конечно. Разумеется. Ну ладно. Тини ушел. За честь и отвагу.
Хотя не того, наверное. Конечно. За честь того, и отвагу. Наверное, я, да. Отличный план. Слушайте, да его на самом деле с Баратрумом-то можно. Это... Отличный план. За честь и отвагу. На город, конечно. На скелета, понимаешь? Конечно, нормально. Конечно. Разумеется. Отличный план. О, бежит, бежит, бежит. Отличный замедление, план. Блядь. Я ухожу, отличный, у меня маны нет. Давайте, убивайте его, сука. И они его не убили. Как они убили, убили как? Серьезно? У меня просто не хватает прокаста. Где враг? Конечно. Просто не хватает дамаги от прокаста. Дед живучий. По имя правосудия. Это же снайпер, я его должен почти с ульты убивать. Чё? Это же снайпер. Опа, 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 на вертолетик. Я далеко, я же до базы побежал. Свет дает мне силу. Я засмотрел. Не хватает золота. Джакс. Ну да, мы такие, мы все внимание на себя. Я служу свету. Конечно. Так, Рома, если как бы там что, у меня есть репел, я могу попробовать давать, просто одному ходить стрельной. А он, сука, на дагер купит, чмо. А там в мид бежит на тине. На тине, короче, разбег взял. Нужна подкрепа ему. Дал ему немножечко. Давай. И еще ему помощи. У него иллюзия. Еще под накернул. Но у меня уже все, больше маны нет. Ага. Ну. Ну. Че так долго вот он ждал? Скажи мне, пожалуйста. Вот чё так долго ждал? Пуч. Он мог его выхукать, но он его не выхукал. Он ждал, 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 и в итоге выхукал огры. И сейчас ещё мигает. Ну ладно, ничего страшного. За честь и отвагу. Разумеется. За честь и отвагу. Тупой. Опа. О, тени, тени. Да, я уже замахивался рукой. Да, он уже с, он уже с дайгером. Отличный план. Паскуда. Разумеется. Отличный план. Куч. Сори. Отличный. О, здесь дедушка. Ну, ты. Здесь дедушка. Не знаю, сам я его как бы замедлил. Замедлил чуть-чуть, но я могу прям вот рвануть туда. Вы... Ага. Отличный план. Разумеется. Конечно. Отличный план. Так что. Давай, да, размен в деда, размен в деда. Я впитал, я впитал. Я впитал. Хорошо. Там у Тини Даггер, он его проебал, правда, сейчас, но аккуратно, опасное дело. Впитали, впитал, разменялись. Я служу свету. Впитали. Свет дает мне силу. Слушай, ну он мощно так с прокаста бьет. Ну, точнее, меня точно вообще стирает сразу. Угасит, угасит. Конечно. Да. Где враг? Я служу свету. Лучше еще потолще, его может быть... А, вон он на меня. Так, ну я репел готов пуджу давать. За честь и отвагу. Конечно. Да его надо это с Баратрумом там все всех. Вот сейчас, по-моему, начинается. Видели, видели. Видели. По варду. Видели, видели. Отличный план. Не нужно кланяться. Разумеется. За честь и отвагу. Отличный план. За честь и отвагу. Конечно. Ну какие мы педики вчетвером на одного. Так, а чего ж делать-то нам? Отличный план. Разумеется. Конечно. Отличный план. Разумеется. На город наших союзников напали. Отличный план. За честь и отвагу. Разумеется. О, стоит, стоит на меня. Конечно. Отстань, блин. Разумеется. За честь и отвагу. Разумеется. Отличный план. За честь и отвагу. Отличный план. За честь и отвагу. Отличный план. Рональдо, 19.
честь и отвагу. Отличный план. Походу там, да. Конечно. Кинь на карту, не вижу. Что-то... Конечно. Как-то... Там вот отсюда выйдут все. Аккуратно, кто там. Имя правосудия. Конечно. Отличный план. Разумеется. За честь и отвагу. Отличный план. Разумеется. За честь и отвагу. Отличный план. Конечно. Разумеется. Отличный план. Отличку на то. Разумеется. О, как же он то сам. Внизу. Отличный план. Конечно. За честь и отвагу. Разумеется. О, как же ты захилел. А чё? Маны больше нету, пизда. Отличный план. Но есть только на репел. Вот она. Отличный вот план. Она. Конечно. Разумеется. На. Конечно. Тини опять меня, ну всё, ты ко мне доебался, блядь. Конечно. Отличный план. Как же он меня не любит. Ну ты потоньше, помягче. Ну да. ББПЕ. За честь и отвагу. Да, да. Конечно. За честь и отвагу. Отличный план. За честь и отвагу. Отличный план. За честь и отвагу. Отличный план. Разумеется. Отличный план. Разумеется. Он там в кустах, 100%. Да, по-любому. Разумеется. За честь и отвагу. Отличный план. Конечно. За честь и отвагу. Отличный план. Разумеется. А я как урод полетел на низ. Фармила. За честь и отвагу. Отличный план. А блять, у него это шадоу амулет. Единственное место. Разумеется. Укини. Вот, это... Надо сбить. А, отличный план. Разумеется. Отличный план. Конечно. За честь и отвагу. За моего отца. Ох, он Питер. Вот что твое? Ну все нормально. Че, минус трикан? Минус трикан. Сняли, снесли пки с него. Хорошо. А, с Пуджа тоже сняли сливки, блять. Пудж, блядь, а-ля умер. Ну он такой, да. Надо будет на Пуджа поиграть тут тоже. Свет дает мне силу. Я служу свету. Динга идет. Дингу, кстати, можно вот принять. Конечно. Где враг? Отличный план. За честь и отвагу. Разумеется. Мечется. Побежал. Оборотом ты и со станции гость. Ну там Баратру уже сам справится. Ты аккуратно, да, я надеюсь, что. Где враг? Конечно. Отличный план. Конечно. Разумеется. Но она причем знает, что Баратрум как бы ей. Угу. Но только там дебил гейминг. Оп. Я служу свету. Все, минус ну. Че, пушим ты вырок давай? Разумеется. Так, Тини купил варды. Конечно. Ну, я там вон поставил, чтобы Тини видеть. На вышке. Так что мы вроде контролируем ситуацию. Ну, перди. За честь и отвагу. Ну, он, короче. Тини. Да, Женя, все. Да, все, да я, блядь, там пока а-ля улю. За честь и отвагу. Разумеется. Конечно. Ладно. Они получат по заслугам. Разумеется. Отличный план. Тут Black Star. Блин, Азербой такой крутой был на самом деле. Конечно. Разумеется. Конечно. Там кто на топе, аккуратно сейчас перетягиваться будут, наверное, туда на топ. Там на меде крипов много. Так. Надо собрать жиру. Конечно. Потому что он меня подзапал. У него что, это магический дамаг же, да? Что тот, что тот?
честь и отвагу. Кому? Конечно. Тини. Отличный план. Вы? Да, да. Я служу сверху. Тини, Тини, ну себе можешь взять. Возьми лучше себе, потом выскочишь. За честь и отвагу. Конечно. Да бери, не отдавай, мою, блядь, там план. Этот пуч дебил. Разумеется. Пуч, да, такой. Меди махач, меди махач будет. Отличный план. Разумеется. Тини, Тини. Да. Ну сюда-то, собака, блядь. Конечно. Да там паника, бежать быстрее. Ой, о, блядь. Отличный план. Вот. Этот чувак? Конечно. Разумеется. Ух, этот лучше. Так, ну-ка, давайте. Мы вот здесь я поставлю. Разумеется. Вардосус. Конечно. Чтобы мы контролировали, там он кто-то тоже бегает по лесу. Разумеется. Конечно. Разумеется. За честь и отвагу. Отличный план. За честь и отвагу. Отличный план. Разумеется. Отличный план. Свет дает мне силу. Видишь, видишь, видишь. Сюда баратром побежал, надо баратром вперед просто. Конечно. Разумеется. Конечно. Разумеется. За честь и отвагу. Разумеется. Отличный план. Опа. Конечно. На нее перескочи. Да. Конечно. За честь и отвагу. И меня он, смотри, стреляет. Смотрю, смотрю. Меня хейтерит. На, сука. А есть что? Слушай, как он меня ненавидит. Все, убили его, слава богу. А я, прикинь, я выжил. А вышечку побьешь? Да. Тут, блядь, Repel снимает все положительные заклинания, блядь. Good job, этот самый ICCAP Team. Давай, 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 вот он здесь, где-то, дальше, дальше, вот, вот, да, да. Я так подозреваю, что Лотар. Разумеется. Откуда он? Ты что, он оформил, что ли, думаешь? Конечно, блядь, они же, блядь, такие. Конечно. Да ладно. Линги-то мы же вроде убили. Денег нету, вышку сломали, денег нет. Отличный план. Что за дота безденежная? Конечно. За честь и отвагу. Конечно. За честь и отвагу. О, Баратрум у нас с этим, с Молниром. Нормальная тема. Угу. Рональдо, 19. Ну, короче, типа, с ним забился, типа, все, пацан, сейчас играем, а потом пойдем просто пап. Ну, просто пойдем пап. Это чувак, который берет Тини здесь. В этой баганной 683, где, блядь, ничего не работает, только ломают, блядь, ничего не фиксируют. А, у них там еще этот минус алхимик на лане, я помню. Да, он же давно, типа, это... Не нужно кланяться. Отличный план. Так, а у них-то где? А, вон, магазин, все, вижу. Либо у них магазин. Фиксит, блядь, а вот сейчас я репел на этого по... Отличный план. Тини, тини, тини. Конечно. За честь и отвагу. Отличный план. За честь и отвагу. Отличный план. За честь и отвагу. Лёшка, молодец. Конечно. Отлично. Да, хорош. О-о-о-о-о! Стан вот тут... хотел открыть. За честь и отвагу. Конечно. Долман. Отлично. Все, зацепил, зацепил, знаешь, зацепил. За честь и отвагу. Отлично. Хорош, просто как питбули. Разумеется. Цепились. Там на кого ударили? Я служу свету. Конечно. Не знаю. Разумеется. Отличный план. Я знаю, зато в кого, как появится. Кини, в кого он пойдет. Ходить. Разумеется. Отличный план. Не, ну он меня сейчас прокаст это не должен забирать. У меня уже 1200 хп и плюс капюшон, ёптать. Разумеется. Отличный
Если он меня пробьет, то это точно баганое дерьмо. За честь и отвагу. Свет дает мне силу. Разумеется. Все, он появился. За честь и отвагу. Отличный план. Сейчас маны-маны дам. Маны-маны. Разумеется. Маны-маны. Всем, кроме туда. У него много. За честь и отвагу. Конечно. Разумеется. Блять, маны вообще нету. Не что за... Сори. Где враг? Конечно. Отличный план. За честь и отвагу. Отличный план. Я прям чувствую, как он меня хочет. Разумеется. Смотри, пойду один погуляю. Такой, на-на-на-на-на. Не нужно кланяться. Разумеется. Свет дает мне силу. За честь и отвагу. Не говорите мне прощай. Или как там в этой песне поется? Точно не помню. Как-то так. Не говори нет, не говори да. Макс мне тут все написывает, типа, как дела, все дела, все никак не можем с ним собраться поиграть. То ему никогда, то мне. Так охота, мы прям уже соскучились. Хапа. Он что-то совсем ушел тут. Этот, прикинь, был Пульман уже почти год, даже сколько, не заходил в Steam. Да. Представляешь? Да и ну что, работает, молодец, парнишка. Угу. Там жесткий магнат этот нефтяной будет. Раки, дашь? Блин, Азербой вообще, конечно, он жесткий. Азербой очень крутый, блядь, какой он жесткий. У вас такая пища. Он причем, знаешь, мы им вроде рофлили, а он так он на нас... Холоднокровный такой. Да, да, вот это, как же сейчас это было точно сказано. Он просто хладнокровно наблюдал все это и взял, и нас победил. Просто, как бы я ему, это самое, я ему написал в начале игры, типа, удачной игры, он сказал спасибо. И, типа, я ему написал после игры, типа, ну, типа, с победой, он тоже написал спасибо и не выебывался. То есть он просто был манерный. Настолько хладный, да. Все манерный. Очень крутой пацан. За честь и отвагу. Разумеется. Так, алло. Почему хоть какие отключились? Алло. За честь и отвагу. Конечно. За честь и отвагу. Конечно. Ну давай вкидывай меня уже. О, где ты там? Убили. Конечно. За честь и отвагу. Отличный план. Разумеется. За честь и отвагу. Он влетит меня сегодня или нет? Конечно. Я уже вроде стою. Конечно. Позицию, да? Отлично. Да. За честь и отвагу. Такой, пожду. Во имя права. Разумеется. Конечно. Разумеется. По-моему, есть. Разумеется. А где он? За честь и отвагу. О! Разумеется. Вот он, вот он. Отличный план. Ты сучка. Отличный план. Видишь, он охотится за мной. И один хер он мне почти все хп сбрил. Со своего прокаста тупого. Вон он идет, смотри. Он на тебя прыгает. А, видишь? Да. Он прыгнул. И умер. Чмошный, блядь. Я уже нажал хилить, но там это не сработало. Ну, да не, нормально все. Он только меня. Там он снайпер вообще незаметно стоит, крипов бьет, смотри. За вингой, он причем крипов бьет, он не винге помогает, а крипов бьет. Нормально, нормально. За честь и отвагу. Эй, ага. Он еще и с радиком. Да. Он выкупил сюда. Ну, типа. Он тебя видит наска. Еще один. Снайпер, вот нахуй. Это жесткий пацан. Жесткий. Да, короче, крутой. Блин, тут же снайпер есть, точно. Так, стики надо продать. К
Как тут этот собирается, Hood of Defense? Еще три колечка надо, да? Ну, два серых, одно желтое. Так. Два таких, два таких. Так. А, тут второго нету. Тут запасного нету этого карманчика. Да, запасной карман здесь. Не нужно кланяться. Блин. Свет дает мне силу. Курица респаун. Еще не скоро. Ну ладно, подожду. О, там на тени бежит. Идет. На город наших союзников напали правосудия. Свет дает мне силу. Ох, застанился. Вот это ошибка. Пассивка против пассивки. Да. Разумеется. 17% проиграла. Отличный план. Отличный план. За честь и отвагу. Они получат по заслугам. Разумеется. А, сука, который из них? Вот этот, да. Понял. Вот это. Недостаточно золота. Хорошо. Так, я, наверное, все-таки лучше тогда соберу. А, гони. Во второй доте, кстати, она не такая жесткая, как здесь. Она. Даже когда гоним собирает типа чистый урон, знаешь, как-то так вяло, ну, это все там это проходит. Вроде как. Да. Ее что-то очень сильно понерфили, она даже с прокаста не может никого забрать. Там Барадром не сбежит. Мне нравится, как он никого не ждет, а просто бежит. Что? Ну самостоятельная, боевая единица. Есть еще та мапка замечательная. Конечно. Это где мы фармили? Фермили. Это... Ну, типа, помнишь, да, там вот эти все. Там зомби там всякие шли, да? А, не. Я помнишь еще, который где там стратегическое ПВП, строить башенки, автокашить. Разумеется. А, ну. Конечно. Типа не там помню. Эти тролли выигрывали. Все время у них орки, тролли. За честь и отвагу. Разумеется. А. Сначала блин, как... против крипов, потом PvP. Как у нее название это? Холивар. Разумеется. Точно. Так. Да, вот так. Опа. За честь и отвагу. Разумеется. О, чё? Сотри ему просто насрать. А почему это сейчас так было? Слушай, она уже тут тоже по нерке наш, когда? Да не знаю, короче, сейчас тебе пизда будет, ты... А, вот, нормально. Нет. Нормально. Это. Лэпстар, ну тебе пизда. Да. Подожди, я сейчас у него дал ульту, дал стан и феникса, и у него даже пол хп не ушло. Ну это черная звезда, что ты хочешь? Ну, ясно. Сейчас, по-моему, незаконно было. Я по таймингу написал. А он, видимо, про барак имеет в виду, он надо типа было. Барак. А надо было... Так, катапульту убить. За честь и отвагу. Во имя правосудия. Давайте вот так вот, чтобы это уже не тянуть. Конечно, ну, можно попробовать, да. Враги. Слушай, их надо с Ксенилом познакомить, Леху и Ксенила, и Димаса. И что будет? И будут катать. Будут друзьями. Отличный план. Ну, ясно. Что могу тебе по этому поводу? Конечно. Тут у меня какое-то подозрение сразу возникло. Да. Че, не да нет, кстати, жест... Ксенил нормальный отличный чувак, но вот. Он, да, он жестко катает. Ну, если придет это. Ну не знаю, ты так это да сказал. Конечно. Ну имеется в виду, они же... О, я варт поставил на базе. Слышь, смотри. Можешь вот так вот? Вот так вот можешь, смотри, на базе. Я решил их выложить.
Да, угу. Да, бывает такое. Свет дает мне силу. Ром, там нужна помощь. Я сейчас пику. Они же часто просто катают оба, что тот, что другой. И имеется в виду, скооперируются, будут друзьями. Отличный план. Я бегу. Эй, ну! Разумеется. За честь. Пиздец. О. Разумеется. Я, честно сказать, в ахуе. За честь Ямагова. Разумеется. От Варатума, от Пуджа. Я просто в ахуе. Конечно. Я биджу. Оо. Он его убил, слышь. Хорош. Конечно. И он левнул. А как ты? Ну да. Конечно. Ты здесь стреляешь, как его убил. Взглядом. Ракетка долетела, видимо. А, лоу. Ну я отлично. Отличный план. Ну почему у меня персик собрался? Вот кто мне объяснит? Я купил кольцо, чтобы собрать этот. Разумеется. А, или там шлем надо. Конечно. Отличный план. Подождите. Конечно. Там же три кольца надо, да, на. Отличный план. На худу в дефенс. О, Блэкстар меня добавляет, друзья. Конечно. За честь и отвагу. Ну хочет он тебя. Его прям вдохновил. Разумеется. Так. Да я его распишу огорчить, что он мне пишет горак. Куда отправляться, да, мой друг? Я служу свету. Здравствуй. Свет дает мне силу. Бою. За честь и отвагу. Где враг? Так, надо ему просто отвечать много неадекватного мата. Отличный план. Киловатт. За честь и отвагу. И капсом. Конечно. Отличный план. За честь и отвагу. Разумеется. Ну кто отводит их? За честь и отвагу. Кто отводит их? Конечно. Вот так вот, на. Вот это я понимаю, Лина. Просто дал ульту, снайпера нет. Конечно. Вот отлично. Это я понимаю. Так и должно быть в доте. Угу. Лить с огонем просто нашмальнул, и снайпера нету. Че еще? Или да. Как? Ну, даже не знаю, что-то как-то поплава. Ну смотри, ласт? Давай передохнем. А? Давайте ласт. Ласт, давайте ласт. Покажу. Давайте ласт. А это мы какой мод играли? АП? Не знаю, АП. Ну, я пойду тогда покурю, я фоллоу поставил. Создал. Гарина бот. Рома ушел курить, сейчас нормально покурит. Потом здесь придет, покурит член и будет без дыма. Ладно, я тебе верю. Так. Что-то как-то мне все приходится перепикать. Как? Что? Может, да? А? Магнит с ролями? Ой, да я это, бери что хочешь, вообще, бери что хочешь, что вот нравится, то и бери. Тут вопрос простой. Здесь же есть такой крутой герой, как Рубик. Прилетел. А в Доте 2 его нету. Ш-ш-ш. Тобой. Укажи путь.
Так. Ну, Сларк, я понял. Я понял, что я возьму. Так вот. Проси, о чем хочешь. Уже лечу. Опять что? За братьев моих. Шама килограмм. Шампан, что ли? Да, боже. Уже лечу. Он на... Ник Сларк этот. Рассказывай. Что-что, Лёх, плохо слышно. Ник Сларка, говорю я. А, Ник Сларка? Уже лечу. Ник... Ну это да, я обидел, вот знаете. Слова твои. Так, сколько урона денег осталось? Уже лечу. 566. Мудрый. Ну сейчас в плюс пойдет. Твои. Или не пойдет? Ну началось. Ром, надо пикать уже героя. Лечу. А мы давно не пошли драться, мы АФК. Ага, я понял, огурец. Проси, огурец, огурец. Проси, о чем хочешь. Уже лечу. Началось. Стидма. Еще. Давайте 50 голды. Твои. Еще и пойду. Все. Так. Ой, только не заблочь. Спавн. Заблочилось. Проверяй, ну ладно. Ну ничего страшного. Жирный огр, это грустно. Барат он здесь. Тут такой клевый антимаг. Моделька эта старая. Сильно. Ну началось. Во имя ворона. За Калимдор. Уже лечу. Ну, ты подобил. Красиво. О, Сларк пошел. Уже лечу. За братьев моих. Уже лечу. Мудрые слова твои. За братьев моих. Ого, ого, ого. Че мутят? Что-то там ниточка растянулась. Ну ладно, я пока пофермлю тогда. Ну началось. Мудрые слова твои. Уже лечу. За братьев моих. Уже лечу. Но хоп. Началось. Хоп. Ой, лучше. Ну короче, это ФБ на Баратуру. И я сейчас вот еду нахуй. Нет, ну пожалуйста. Ну нет, ну не надо, ну. Да. Уже лечу. За братьев моих. Какой же он толстый. Калимдор, покойся с миром. Акаша там, наверное, сидит в очках такая. Чес. Че за лабари? За братьев моих. Не уйдет. Хорошо, изи, блядь. Изи рыбка. Изи лягушка. Изи там бризи. Уже лечу. Даже не вспотел, блядь. Уже лечу. За братьев моих. Ну не надо. Маска. Ну началось. Упрыгает. Мудрые слова. Да не упрыгает. Он не упрыгала. Я бегу биджал. Бербиджан. Хакни его, хакни. Ну пожалуйста. Ну дай вот, вот так. На чем не допердил до конца? Какой-то непрофессиональный. Рэмпейдж ты сделал на дамусе. Кстати, у меня стики все это время были. Ну, поздравляю. На Слар куда-то мисс. Это чего такое? Ну-ка как? Уже лечу. За братьев моих. Не уйдешь. Уже лечу. Опа, вон там охотится кто-то. Ай. Он левел 3 где-то. Уже лечу. Но началось.
собратьев моих. Ах ты, зараза. Во имя Ворона. Господи. Оно началось. Собратьев моих. Но началось. Я, короче, играю как это, чисто асикаповский вариант. Какой? Без Джинада. Ага, понял. Чисто на дамаг, да? Да, да, да. Направленное слово. Да, направленное слово тоже. О. А Джинада, подожди, Джинада это слово, нет? Да. А, да. Ну, а, без сюрикена. Сори. Сори. Что там такое? Ой, что-то там на миге происходит. О, у них жесткий секс был. Вот это жесткий секс у них сейчас был там. Братьев моих. Уже лечу. За братьев моих. Подсвечиваю с Ларкина. Как я так? За братьев моих. Насык. Насык. Ну, началось. Антимаг у нас с Соби маской. Да хочу. Борчит, пойдет и будет гангать. Братьев моих. Понял. Кстати, да, хороший вариант. О, 116 крит. Вопросы. Мне надо, чтобы кто-то пришел, посмотрел, кто здесь у нас в кустах тусуется. Сейчас найду. Сейчас найду. Где? Я хотел купить сапожок. Уже лечу. Но началось. Покажи путь. У Фларка Сентри это типа саппорт Фларк, правильно я понимаю? Твои. Собратьев моих. Тихий варианты. Так, у вас вон там есть огр. Мы сможем? Укажи путь. У меня маны нету, к сожалению, но я могу, если ты... Твои. Ну, короче, не знаю, что я могу. Но... Я его чисто это... На фитули делаю. Хорошо, это... Ну, к такому повороту событий я тоже был готов. Блять, а я вот не готов сейчас. А ты как-нибудь мансануть? Пытаюсь. Мансанул. О чем хочешь. Все. Хорошо. Я готов. Что, опасный мувик сейчас был. Да. Рассказывай. На город наших союзников. Мудрые слова твои. Сапожок надо бы взять. Проси, о чем хочешь. Тут денег уже нет. Лечу. Почему секреты бьют меня? Я, блять, уже съел 8 танго нахуй. Рассказывай. Братьев моих. Я готов. Мудрый. Ой, там вверх еду, там у меня ни сапога, ни... Я предлагаю на низу убить огра как-нибудь. Сейчас. Мне сапог не надо убить огра. А, ты еще такой... Зелененький. Еще зелененький. Ой-ой-ой, вот здесь. Да. Да, и Триканыч. Ну почему? Расстаться все же нам пришлось. Сейчас еще реки где-то все здесь. Ну где реки-то? Так, сапог на С. 3ПР. Уже лечу. Понял. О. Пасть сложнее. За братьев моих. Паунс в окно. Какой лайк, Петя, неплохо. Ну ничего, интереснее играть будет. Ну конечно. За братьев моих. Что случилось? Петь, ну как ты так далеко-то кинул ее, а? Ты что, с линзой что ли бегаешь? Да. Ебаный, блядь.
Все, слышь, я, короче, это, нажал Баратрума на Огра и сам бегу еще. Укажи путь. Да мы не убьем, я вообще смотри какой. Понял, но я попытаюсь, я убью их за тебя. Давай. Только если что-нибудь получится. Но началось. Шерики. Тики-тики-тики. Мудрые слова твои. Но началось. Ой, там еще сейф ТП. Но началось. За братьев моих. Но началось. Я уебываю. Мудрые я уебываю. За братьев моих. Тут же сейчас не продержать. Началось. Давай. Уже лечу. За братьев моих. Уже лечу. Но началось. За братьев моих. Мудрые слова твои. Лови, как я это. Ловлю, ловлю. Да. Давай, 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 давай. Моих. Давай на нем трикан. Триканыч. Там еще Рики. Ага. Блять. Рики, Рики. Рики, пожалуйста. Он под просветкой. Да, ну, давайте что-нибудь с ним. Вот так, и еще, и вот так, и хорошо. Сорян, ну как мог, там пуком промазал, блядь. А там тут еще кто-то, тут еще кто-то был. Но у меня маны маловато. Ну, хотя мана сейчас будет, там еще антимаг бежит. У него персеверенс и персеверенс. Дал ману, теперь у меня есть хак. Уже лечу. Но началось. Уже лечу. Опа, опа. Мудрые слова твои. Это что за говно? С ДДшечкой. С ДДшечкой, сейчас он нам, нас сделает здесь, блин. Мудрые слова твои. Но началось. Как бы его поймать? Забрать. Или не надо? Моих. Но началось. Мудрые слова твои. Я успел кинуть. Нормально, нормально. Размикрили. Проси, о чем хочешь. Укажи путь. Уже лечу. Так, помочь кто-то тут сможет? Это во сне. Да. Дал это Баратрума разгон что даю туда. Беспокоит? Но я управляю, а если что, там... Там пьюч. Стопну Баратрума. Пьюч помогает. Да. Надо убивать. Я готов. Он пока не реги. Ты не мог бы что-нибудь там? А как-нибудь? Ну все, все, все. Помоги мне. Идет. Все, на базу. Рассказывай. Оп, я убежал. Опа, это кто? Аркадий. О! Мудрый Аркадий, слова твои. Что же вы мутите? Но началось. Слова твои. Так. За братьев моих. Ебать, они там ёба. Слова твои. Уже лечу. Мудрые слова твои. Так, женёк, у тебя мана скоро? Ну, через половину. Сколько там туда? Ну, короче, 25 секунд. Мудрый. Здесь, ой, у меня сбивать, мне тоже надо. Ой, там кто-то стоит, да? Уже лечу. Ну ладно, так тоже сойдет. Тут кончается. Уже лечу. Мудрый. Где там обещали? Обещали. Ребята, обещали выполнять. Началось. Так, неплохо слышно, Лех, но сейчас мана будет, короче. Давай, 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 давай. Да. Вот это очень сейчас хорошо. Укажи путь. Мудрый. Хака нет, если нужен хак, хака нет. Но началось. Уже лечу. Мудрый слова. Так, надо помочь, Лехе, как. У меня блинк есть? Я если что убью. Я могу только направленным словом помочь. Давай, давай. Нормально, так, Леху подсейвили. Все, все. А, они тут... А, тут Рики, прикинь, Рики. Да. С вардами. Здорово. Не вард там поставили, он вард поставил. Представляешь? Ах ты пиздюк. Мудрый слава.
укажи путь. Сейчас блять. Че, Лех, если что, баратрума на виду. За братьев моих. Да пока все равно, да. Мудрые слова. Я сейчас этот. Я видел это. Я готов. Ну, началось. Уже лечу. За братьев моих. Мудрый слова. Тут... Сука. Тут ворды занимает два слота. Сори. Мудрые слова. Там, короче, у нижнего таура, походу, уёбка в сброс. Мудрые слова твои. Уже лечу. Мудрые слова твои. Уже лечу. Земля. Рассказывай. Укажи путь. Мудрые так. Слова твои. Один вард сбил. Интересно, они не бьют Рошана? Смогут они? Не смогут. А, не смогут. Он Сларк в миде, если интересно. Но его, наверное, там это... Охраняют. Могут. Мудрые слова твои. Ну, началось. Мудрые слова твои. За братьев моих. Уже лечу. Баратрума, короче, наслал. Слова. О, жёлтенько. О, там вон. Два инвизима. Ну, началось. За братьев моих. Уже лечу. Что тебя беспокоит? Мать-земля, помоги. Я готов. Опа! Вот это попадос. Уже лечу. Ну, началось. Уже лечу. Ну, началось. Уже лечу. Мудрые слова. Так, а можно я себе ее курицу, короче? Рассказывай. Уже лечу. Мудрые слова. Уже лечу. Рики, падла, 11-й. Уже лечу. Нормально. Все видят Рики? Можно бар на него засылать. Да, бар пока придет разгон, маны нету там. Уже лечу. Но я бегу. Мудрые слова твои. За братьев моих. Мудрые слова твои. Ай-яй-яй! Меня хакнули. Пока неплохо. Я смотрю, я так и думал. Неплохо. Неплохо, конечно. На город наших союзников напали враги. В чем дело? Ну и где твои обидчики? Ага, вижу одного. Ага. Вижу второго. Блять, какие они жирные. Ну я баратром, если что, на прицеле баратром. Там надо придется тогда подождать. Я прилетел на крыльях ветра. Я видел это. Проси, о чем хочешь. Путь. За братьев моих. Подожди меня. Но там еще далеко. О, нормально. Да вне. Я этому. Проси. Давай еще. Баратром сейчас пойдет в бой. Земля дает мне силу. Сука, как больно, блядь. От этого ебаного огра. Земля дает мне силы. Че, есть кто-нибудь? Да, я видел это во сне. Рассказывай. А, ну все, я отъехал, короче. Да не отъехал, я спасибо. Нет, да, все. Ну я пытаюсь убежать, но я так больно горю. Блять, зато я теперь отъезжаю, да. О, ну хотя нейтральными крипами нормально. Что тебя беспокоит? Угу. Мне кажется, тут надо так, типа, двух БФ делать.
Ой, там кого-то миди поймали. А, барат. Я видел это во сне. Ой, хорошо. Кто кого поймал, это еще. Да, опа. Просто... А вот и даблкил. Жопастый вас жопой по лицу вам поводил. Да, слушай, как горит вообще жестко на самом деле. Ну, огонь. Что-то очень много хп сносит. Я готов. Там у Сларка Лотар. Ну, вот. Началось. Угу, он, думаю, его собирал. Началось. За братьев моих уже лечу. За братьев моих. Опа, паджик. Нифига он. Уже лечу. А у них то ли вижон, то ли чё. Да, вижон. Непонятно как. Рассказывай. Я готов. За братьев моих. Пацаны-то не ЛСы. Началось. Уже лечу за братьев моих. На низ иду. На Акашу. На Акашу. Уже лечу. Но началось. За братьев моих. Но началось. Опа, сзади. А, сзади Рики. Мудрые слова твои. Рики, Паджик, все здесь. Хочешь. Уже лечу. Понял. Я вижу, на просветке нету. Слова твои. Уже у них по-любому есть зато ворды какие-нибудь. В ублюдках. Ой, там толпа, блядь, уёбков собирается. Да. Началось. За братьев моих. Так, я слова твои. Паджика подсветил. О, этот здесь, как его? Ага. Сларкуля. Все видят? Да. Только а, ты... так они тут вдвоем, мы не вдвоем, тут Рики был. Ну да, они тебя ЖБ Матер делают. Да. Да, нифига они там. Мудрые слова твои. Уже лечу. О, хук. Хорошо, там у Рики копии. То есть он. Он курицу. На курицу, блин, куется. Смотри, что мутит. Да я вижу, охуел. Да, блять, я что вожу, нахуй вожу. За пар перестрелка, блять? Я вожу. Все, убьем. Проси, о чем хочешь. Мудрые слова твои. Но началось. Уже лечу. Мудрые слова твои. Но началось. Мудрые слова твои. Идите нахуй. Уже лечу. На город. Но началось. Уже лечу. Давай. Да, хотел сказать, Леха, как там тебя, Андрей, уже как лечу. Зовут вот этого, да? Рома. Рики будем. Рики да, будем. Началось. Давай, 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 у тебя получится. Да, да, да. Мудрые слова твои. Но началось. Там у нас Баратрум ведет преследование. Уже лечу. Мудрые слова твои. Покойся с миром. У меня есть дымовая картинка. За братьев моих. У Рики украл. Во имя ворона. Но началось. Мудрые слова твои. Уже лечу. Пойдем моих. Укажи путь. Мудрые слова твои. Рада видеть тебя. Не хватает золота. Я готов. Рассказывай. В чем укажи дело? Путь. Так. Началось. Ну давайте кто-нибудь на мид-то придите уже. Да они там вроде внизу все тусуются, пока что. Проси, о чем хочешь. За братьев моих. Но началось. За братьев моих. Мудрые слова твои. Уже лечу. Че, реально на мид никто не пошел? Вон там кто-то, по-моему. И сюда, да. И сюда хочет. Ох, со всех сторон, смотри-ка ты. Но началось.
Баратрума направил на Пуджа. Я Рики подсветил. Все видят Рики? Да. Он даже не видит, что он подсвечен. Ну чё? О, как я горю, да я горю. Слушай, он очень жестко зажигает. Он прям реально жестко так. Братьев моих уже. Почему так у него этот огонь жестко жгет? Ну, началось. Бля, походу пизда. Братьев моих. Да. Ну, началось. Или нет? Но он быстро бегает, честно. Опа. Хорош. Пошел на. Рассказывай. Ну, началось. Блин, ну это они, конечно, не совсем хорошие люди. Ну, Сикеру надо, короче, в жирки и Блейдмейл. Бля, почему ты, сука, так больно жжёшь-то? Сзади, сзади. Там он. Так, окей, твою, окей. Уже лечу. Не уйдешь. Чё, на миге будет чё? Началось. Сейчас пока это... Уже лечу. Не знаю. Мудрый. Но я подхожу, попытаюсь пройти. Там, походу, гэнгвэнг. Да, походу, чего тут вообще лютый гэнгвэнг. Слова твои. За братьев моих. Ну, началось. Мудрые слова твои. Уже лечу. Чё, ну на миге надо штрекаться. Уже лечу. На миге есть? То есть ситер есть на миге? Уже лечу. Мудрые слова твои. Ситера нету на миге. Эх, Женя, ему бы еще бы это бы так. Ну там у нас уже ситер должен все свое грязное дело сделать. Началось. Мудрые слова твои. Но началось. О, ну, пидор, блядь. За братьев моих. Уже лечу. За братьев моих. Уже лечу. Так. Но началось. За братьев моих. Мудрые слова твои. Ты меня пугаешь? Рискую. Опа. Нифига себе. Да. Там вот у них Огр самый сейвовый ход. Типа... Но началось. Рассказывай. Мудрые слова. Бля, как же тут изи фармить? Крипат, ну, подъем, молодец. Ну, у нас, типа. О, ясно, да. Ты плыву, родной. За братьев моих. У Мажи нет, жаль. Мудрые слова твои. За братьев моих. Мудрые слова твои. За братьев моих. Но началось. Уже лечу. Чё, хакает? Да, слоупок, ёптать. Стоит, знаешь, такой, типа, на другом берегу, типа, давай, кинь на меня трек, я тебя захукану. Я кинул трек, убежал, он только после этого хуканул, когда я уже, блядь, за 3 километра был дебил. Слоупок. Уже лечу. Как тавер, не бейте тавер. Попитбайтим на тавер. Что мало ли они там поразводятся. Антимагу, да, они на антимагу убежали, ясно. Как же он там, поможем или не поможем, не знаю. Блять, вот это он сделал, блин! Такого блинка я не видел вообще никогда. За братьев моих.
Уходим. Уже лечу. Укажи путь. Мудрый. Блять, какой же что? Какой что? Ясно, блядь. Собратьев моих. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, вот это плохо. Сорян. Ну там уже не надо было помогать, он полбес. Я думал, все, конвейер. Время добивать тавер. Уже лечу. Он с аганимом, если что. Кто? Иди на Огер? Огер. Уже лечу. Что тебя беспокоит? Слова твои. Ну, началось. Земля рассказывает. Огер, да, сука, с аганимом. Мудрый. Алло, я нажимаю блинк, он не пишет. Ай да дота. Укажи путь. Проси, о чем хочешь. Там топи крипасов много. Угу. Да они вот тут где-то будут сейчас, наверное, искать нас. Так, я смоканул. Если смока выйду, то как бы они здесь. Кто-то здесь. У меня еще гем есть. Ну, началось. Мудрые слова твои. Ну, началось. Нам нужно сикеров. Помощь. О, здорово. А это Элизия? Нет. Нет. Братьев моих. Уже лечу. Ох, бля. О, подобрал. Угу. А мы его убили, лол, почти. Это вообще было. Давай, 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 долби его. Все, 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 нормально. Тир Огера. Еще. Все. Аугера ебать будете? Огера надо ебать. Там еще сзади Рики. А он тоже. А он тоже с блейдмейлом? Да. Там еще Рики сзади, около сикер. А вон и Рики-тики. 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 Угу. Будет у нас что? Минус антимаг. Долбоёб какой-то. Да, антимаги. Она... А, так, на Рики ничего не будет, все понял. У Пуджаб просветка. Куплена. Ну, в смысле, пыль, пыль. Понял. Я прилетел на крыльях ветра. Так, что, в меде будем или не будем? Не знаю, да можно так-то. Ну, у меня мало хипе. Так, ну я там. Что случилось? Баратрума не наслал, не получилось. А вот сейчас наслал. Или не получилось? Не получилось. Ну. Нет, все, там походу все. Уже лечу. Ну началось. Уже лечу. Че, Жека, я могу отдать? Ну, можешь такой. Братьев моих. Мудрые слова твои. Ну, началось. Уже лечу. Мне кажется, сикеру надо вместе с нами. На прогулке выходить вот на такие. Братьев моих. А да. Ну, началось. А вон, возьми копию, у тебя копия палить будет инвиз. Сейчас, ну. Началось. Надо поаккуратнее там. Мудрые слова твои. Укажи путь. Проси, расскажи, хочешь. Уже лечу. Братьев моих. А, короче, фоллоу поставим. Ну, хорошо. Мудрый. Так, вон огар на меде. А так они все на меде. Они все, они на все там толпы, они толпы, короче. Стоят пока Сларк фермит. Началось. Уже лечу. Мудрые слова твои. Рассказывай. А вон кто-то и... Мудрые. Это байт, байт, байт. Путь. Да, да. Собратьев моих. Ну, началось. Оп. Собратьев моих. Мудрые слова. Че, байты, байт, мы должны разъебывать как-то. Пробовать. Вся разъебем, рыры. Слова твои. Собратьев моих. Но началось. Мудрые слова твои. Уже лечу. Хорошо, здесь этот самый. Нету ничего помочь. А, есть. Чуть-чуть. Пержу, пержу. Оп, все.
твои. Ой-ой-ой, все. Там с ларке. Женя, убегай. Ну, да, да у меня ничего, там ничего было, все на КД. А надо было, наверное, просто бежать, а потом на блинке уходить. Он бы не догнал. Просто не знаю, ну блинк там долго было. Ну ладно. Вроде как. Ну, мы вроде так-то подрались, четверых убили, но собака с Ларка выжила. Да. Пятый. Что случилось? Что это не было? Надо бить. Да мы вроде все оставляем. Ну, у меня иногда подлагивает, я почему-то у меня картинка здесь иногда подвстает. Встает. Вон. Слышь, так он еще и этот собрал, рчит. Прикинь. Да, у него гем что ли, или я не помню? Да, он твой гем забрал и с ним ходит. Урод жопи ноги, блядь. То есть я сейчас в опасности всегда. Я готов. Укажи. Всегда в опасности. Смотрите в кинотеатр. Нет, не могу, блядь. 35 минут. Ну, выформи что-нибудь, пацан. Уже лечу. Тут сейчас вот тут будет опасно. Centric food поставил, Вон, на эти мага. Ну нажми манту. Какой тупой. Нажал манту, проверяй. Я влетаю туда. Оп, хватаю за яйца. Моих. Уже лечу. Собратьев. Блять, бандиты нападают. Мудрые слова твои. Ну началось. Мудрые слова. Блять. Женя. Нас. Да, конечно. Нас. И этого можно тоже ебать. Слова твои. Уже лечу. Да, давай, да. Аркадий. О-о-о. Все, съебываем. Нет, вы давай подожди. Да. Аркадий это самое ульту дал и ушел. Ого! Это я не ту клавишу нажал, сорямба. Мудрые слова твои. Сикеру надо, наверное, БКБ какой-нибудь у нас. Ну началось. Чего? Ну, тебе в любом случае надо БКБ. Тут дохера у них всякого дерьма. О, все, я отъехал. Да, пожалуйста. Сука, так и знал, что он придет. Так, ну что там, ничего. Слова твои. Но началось. За календар. А, тут же супер башер клевый есть, блядь, чё я сразу-то не стал его собирать, ёбаный в рот. Тут же он жестко дамажащий. Вот там кто? Вон там кто-то уже по кустам ползает. Но началось. Уже лечу. Да он вообще не на реакции, он на него кидает арчит, и тот ничего не делает, хотя может, блин, мантой. Но мантой может скинуть и дальше убегать. Какой? Слушай, ну у него очень интересная игра, чё-то. Уже 40 минут парень играет. Сколько у него убийств? 6-6-0. Уже лечу. Ни одного ассиста. Ну, суровый пацан. Уже лечу. За братьев моих. Так. Слова твои. Уже лечу. Ну началось. Вот это каточка. Братьев. Да. Хотят стрекан нам сбить. Началось. Стрекан в две игры? Уже лечу. Да. Братьев моих. Мудрые слова твои. Сука, где ты, Сларк? С ебаным гемом. Ага. Мигает. Мигает, говорят, что может быть.
предполагаемые. Ну нет, как бы я ничего. Можем посмотреть, но это будет больно. Да. Ну вот вы посмотрели, по ходу дела. Видишь, тебе бы БКБ реально и все, и убежать. Но. И все равно мне бы сейчас уже то же самое сделали. Да и антимейдж, антимейдж. Рассказывай. Уже лечу. Да. Братьев моих. Россия. А кого убили-то? Антимейджа Сикера. Нет, них. А, самого полезного. Самого полезного. Уже лечу. Я смог скринить, раз будем курить. Моих. Ну, началось. Смотри, чем там, там еще Рики с ДД, тварь. Началось. За братьев моих. Мудрые слова твои. Он будет хукать с этого, со второго этажа сейчас. Понял, со второго. Мудрые слова. А вон, застрял. Видишь? Да. Началось. Мудрые слова твои. Началось. Какой полезный глиф. Да блять, этот туман войны, ёбаный, а, задрал. Они тут этот поставили, вард. Тут третий сейчас будет, на бить. Я тебя за это я дымил. Угу, я понял. Чё так её спайкает-то, эту игру? Уже вроде... Хуя не весит, не живет. Уже лечу, мудрый. Так. Ну че это? Там справа хакеры в лесу. Все, я поехал. Просветили, да, просветули, да, дали. Да, все нормально. Дали, нормально. Дали, просветули. Да, нормально, я им там покурить дал. Ох, антима. Антима. Ну, началось. Опа, вот тут реки. Ребят, реки. Я пытаюсь. Вот и он. А, он на нем есть этот все. Ну, началось. Где-то этот так, сам. Так, где был? У них? Да, вот где у них розовый? Началось. Вот тут был. За братьев моих. Можете попробовать подставиться, у меня есть смог скрин. Только просветки. Давай. Нет. Давай, давай. А вот и он. Да. Кинул эту дерьмо. Он за мной бегает. Да, но он на хосте бегает. О, а есть что-нибудь типа? ТП там или что-нибудь? Ну, а тебе надо ТП? Он за мной сейчас побежит. А как он? А. Ну да, мне надо. Мне надо под СЕБ. Есть ТП, дал ТП, проверяй. Все, под СЕБ делаю. Только... Только да. Уже лечу. Немножечко не уряется, мудрые что. Слова твои. Ну, началось. Проси, о чем хочешь. Сука, че же он за мной-то охотится? Уже лечу. Тут же тоже, типа, я на всех накидываю ульт, кидаю этот, как его. Да-да-да, туда-сюда, туда-сюда. Сюрикен, и он просто по всем. Да-да-да, джипорит, 17 джипорит. Да. Я гем взял. Уже лечу. Хорош. Наши я готов. В бой. А вон там, по лесу, Рома, уже здесь, там уже сейчас туза тебе будут тыкаться. Слова. Понял. Захотят, наверняка. Уже лечу. У меня есть смок скрин. Мудрые слова твои. Я готов. Уже лечу. Но началось. А пойдем вот с нами, антимах. Давай. Или по этим на него. На него по этим. Самый полезный парень. За в этой игре. Моих. Уже лечу. За братьев моих. Там кто-то один наверху, наверху. Покажи. Аркадий. Уже лечу. Мудрый. Опа, нападение. Да, 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 да. Смог скрин туда дал. У меня есть. Блин, вот. О, хорошо, но. Ну пожалуйста, ну. О, так как? Ну, началось. Уже лечу. Смотри, смотри, Джи борется. Братьев моих. Я дал тебе. Ого, все, 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 убивать, убивать Сларка. Блейдмейл прожми. Все, и этого тоже. Жека, подбирай второй гем. Вот он. Ну, сзади тебя. Так. Все, о, вот сейчас хорошо. Хорошо. Хорошо, Ара, хорошо. Ты знаешь,
я начинал. Просто с двумя гемами. Там этот просто хорошо подбежал, этот Лёха. Лёха, ебать, подбежал нормально. Да. Я готов. Мудрые слова твои. Уже лично случилось. Что про... Рассказывай. Мудрый. Он хочет, чтобы ты ему гем дал. Пошел. Не давай. Я Баратруму дал. Я готов. Да, я управляю им. Ему не нравится, что. Пошел в пизду. Фарми. Фарми, низ. Низ гем. Укажи путь. Смотри, смотри, пытается гем переконтролить. Парень, меня не перекликаешь. 5832 АПМа. Так, я взял гем. Вижу в меде мертвых людей, у меня есть гем. Я попытаюсь. У меня, блин, КД. Сейчас я попытаюсь. Жди. Лечу. А, да, все нормально. Все, я на месте. Уже лечу. Мудрые слова твои. За братьев моих уже лечу. Так, ну сейчас мы можем. Мудрые слова твои. Ну, началось. За братьев моих. Так, там минус один только. Нам особо нельзя, конечно, представлять. За братьев моих. Мы можем пока это запушить, пока там нашего этого дебила убивают. Мы можем бэкнуть, потому что сейчас тут на нас не лучшее расположение сил у нас будет. Уже лечу. Мудрые слова твои. Уже лечу. За братьев моих. Мудрые слова твои. Уже лечу. За братьев моих. Мудрые слова. Я жажду служить. Уже лечу. Добро пожаловать. Кто-нибудь ранен? Так, розовый вот тут. Можно попробовать его принять. Но его принимать надо только сикером, потому что он ночи нас примут. За братьев моих. Ну, будем пробовать что-нибудь. Я бегу внизу. Я вот здесь бегу. А вот он. Видишь? Да. Баратрум, раз бы он взял, можешь хакать его начинать. Мудрые слова твои. Ну, вот, смотри. Мудрые слова твои. Забратьев моих. Ну, стою. Стреляю. Нас. Съебал на лане. Стой. Ну, началось. И ему бы кого-нибудь добить, отхилиться бы. Слушай, нам надо сейчас попробовать проломать. И прям проломать вместе с Секиритосом. Он у нас нормально ярит на гитаре. Да, покупаем костюмы. Время, да. Ну, Жень, занесли же не его. Мудрые слова твои. Вы вообще воду смотрите? Ну да, мы такие. Воду? Или что? Я не понял. Стримчики. Стримы смотрим, я сейчас тебя на бобину записываю. Слова твои. Этот. А, меня? Да. Ты не сказал, что я бы тут уморил бы. Так ты, тебя плохо слышно, я тебе говорил, что, Лёша. Все, Лёша, все. Я бы старался. Потеем. И все, там нашего гангера, бангера. И я ухожу. А я опять ухал, блин, страйк. Да, ты даун. Ты даун. Погнали. Пишу. Даун в здании, ребят. Там очень опасно. Ось, блэдмейл. Надо отойти, наверное. Ладно, надо, давайте тогда. Мудрые слова твои. Фидеры. Ну, грамотный комментарий, я считаю. Мудрые слова твои. Угар, конечно. Задефал сейчас базу. Все, давай уходим, сейчас там этот появился. Розовый слоник. Розовый гусь. Мудрые слова твои. Ну хули. Так, бля. Что-то пиздец, какой-то потный. Супер башер, соберу пизд.
братьев моих. Ну, началось. Рассказывай, уже лечу за братьев моих. Ну, началось. Проси, о чем хочешь. Там ДД внизу. Рассказывай. Уже там шли не с критами убиваем. А так хотелось. Мудрые слова твои. Ну, началось. Опа, опа, нападение уже или что? Лечу. Или он пока не в курсе? Мудрый. Там вон там без... на меня нападение сейчас будет. А куда Огр, блядь, пропал? Уже не знаю. За братьев моих. Да надо на. Нормально, нормально. Оп! Задел, поймал. Я не знаю, что мы делаем. Да, это мы зря сейчас. Давайте теперь это погребнем. Да давай его пиздец. О, Женя, как же ты сейчас сделал хорошо. Ну, чтоб ты ему чирикнул по жопе. Конечно. Я что-то ему очень сильно протер. Трусишки вообще. Да. Да. Я ему прям плавки, так знаешь, как в фильмах разорвал прям. Уф. Так, там Лёха один. А, Лёха улетел. Вот сюда. Пока. Я только с вами. За братьев моих. Уже лечу. Я почти от братьев моих. Но началось. Угу. Поплёсал она. Я готов. Уже лечу. Мудрые слова. Сларк даже не вылазит, блин. Рассказывай. Уже лечу. Мудрые слова твои. Уже лечу. Но началось. Мудрые слова. Меня подсветил, типа. За братьев моих. Уже лечу. Тики-тики. Походу эти дела. Ты че? О, а че это он такой? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Женя. Женя. Нормально. О, мне-то какой крит пролетел. Да там нормально, разворачивай. Уже не разворачивай. Ну так нормально, конечно, все шло. У нас два гема, он лежит. Женя, смотри. Смотри, что делаю. И там еще один. Там еще там третий, еще. Но его взяли, забрали. Ничего не знаю, я и так два арбуза несу. Ты рапу что ли собрался? А, нет. Обидно, да? Супер Баша. Там надо вот тут он, он через Джевелин, да, собирается? Какой сюда? Баша? Да. Вроде бы да, да. Блядь, какой я буду сейчас крутой пиздец. А главное скромный, да? Ну, такой с рынка бегу, знаешь, с двумя арбузами такой в руках. Я и предвидел. Вот оно что. Вижу. Вот оно что. Женя возвратил. Земля, помоги. Все, спасибо. Награда баш. Так, ну чё? Ну они чё, Рошана там бьют, что ли? Не знаю. Не, пока вроде нет. Я прилетел на крыльях ветра. Уже лечу. Опа! Проси, о чём хочешь. Так, мы же барак один сломали, сломал. Можно на мид вообще? Давайте вообще про мид забудем. Мудрые слова твои. За братьев моих. Ну, началось. Мудрые слова. Там внизу еще. Тут внизу бы вот не помешало что-нибудь такое массовое. Типа Ордианса, да? Ну, типа да. Ой, там на этого нашего знаменитого. Ну он как бы смотри, нормально тут. И все, я на то полетел. Он что-то, блядь, бычит, слышишь? На него.
Да, слушай, они убили. Ну, то есть, путч с Лотаром, по-моему, пидор. А да, что такое? Ну да, он в инвиз часто уходит. Ты ее бы вот еще не спайкала эту. Че она? Почему? Это только у меня или. Ну, меня не знаю. О, понятно. Ну мы пушим, нам сплевать. Они убивают Рошана, но нам главное пушить. А я же могу установить и как на тот компьютер, блядь. Точно. Займусь этим потом. О, первый пошел. Нас. Чё, кого позвать, блядь? Давай. Я взял Аеги, скорее опасность. Ребята играют. Аркадий сейчас будет. Наска. А вон они через мид заходят. Да, слышишь, смотри. Да, оба с Аегисом бежит, проверяй. На. И у меня вся картинка стоит. Все, у меня стоит. Так. Смотри, смотри, Сларкен. Со Сларкеном кто-нибудь поможет? Не понял. Все. Умираем. Ох, как же ты, блин, канулся. Хорошо. Жестко, да? Прям, жестко. Да, 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 да. Там просто тоже у тебя летело тебе в трусишки, и ну ты прям. Прям на последней миллисекунде. Так, тут махаться с ними? Слышишь, у меня есть гем, холк, можно на разворот. Да мне кажется, вам надо забить на эту линию, потому что мы уже их проломали и забыли про нее. Если что, сейчас кто-нибудь один рвать, мы его просто гасим. Да, 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 да. Ну началось. Вот тогда, а так плавненько на низ, наверное, перетекаем. Угу. Мудрые слова твои. Рада видеть. Рассказывай. О, поймаем? Сейчас, я это, АФК. Вот все, я на месте. Укажи путь. Уже лечу. Мудрые слова твои. Да, я туда и кап установлю, пожалуй. Уже лечу. Тоже. Началось. Да пусть будет просто, че ты? Он там занимает это медик. Я готов. Так, сейчас я двигаюсь. Рэмпейдж. Рэмпейдж. О чем хочешь. Там же, наверное, винду на десятку. Че там, какие трудности были у Ордака, не помню? О, слушай, не знаю, были с Куткеми, насчет Варкрафта, не знаю. Ну, что-то было, но не знаю, что. Потому что спокойно, у меня десятка, все спокойно. Вот именно. Уже лечу. А, ну и все тогда. Началось. Ребят, без арбуза, но лечу к вам. Я деньги за на бейбэк оставляем. Ну, вроде как 2-300 должно же хватить. Так, а там розовый у них на топе был. Ну-ка, давай, давай, ударим. Маска, маска, маска. Ну, так. На. А вот вон и Сларкен. Вон Сларкен. Готов с ним чпокаться. Чпокаюсь. Ретонул. О, тиммейт уже побежден. Нормально. Ну, мы уже без него справились. Как же мы их мощно просто. Смотри, смотри, нападает. Да какая ну, кнопка-то? Не знаю. Я тоже вот на АД. О! Ребят, мне экскурсию построили. Уже лечу. У них на фонтане. Вот это неплохо. Мудрые слова твои. Уже. Слушай, как у Огра много дамаги на самом деле с этого с огонька. Это просто жесть. Ладно, вы с ними появитесь. А? Появитесь? Возможно. Возможно. Возможно.
Не исключено, но мы если что напишем в скайпе. Жека, ну что там, если что, цинканешь, да? Кто? Я говорю, если что, цинканешь? Да, да, пойду пожру. Давай. Да. Приятного аппетита, давай. На здоровье, спасибо. Боже.